Всем огромный привет, ребят! Сегодня я хочу сделать такое болтологическое видео, как всегда. Вот, хочу поздравить вас с началом каникул, у кого каникул, собственно. Вот. Хочу пожаловаться, что у меня пропало вдохновение на съемку видео, я не знаю, что снимать. Я хотела сделать именно вот канал, как бы связанный именно с похудением, с питанием, с диетами, с, короче, со всем подобным. В общем, все, что связано с диетами, с весом, со здоровьем и не совсем со здоровьем, короче, со всякими проблемками. Вот, и я, короче, что-то как-то я... Ну, блин, я отсняла несколько видео на тему диет, и что-то я теперь... Я уже не знаю, у меня уже ничего, все, идеи пропали, как будто снимать что-то. Я вроде хочу снять, меня просили снять видео про все свои диеты, на которых я сидела. Что-то волосюшка какая-то здесь непонятная. Вот, просили снять видео именно о всех диетах, на которых я сидела. Я поняла, что я, ну, блин, я сидела на правильном питании, там на парочке более-менее таких диет, которые не совсем... убивают организм, который не совсем жесткий. И, в общем-то, в остальном я это сидела вот именно на жестких-жестких диетах, где вот, ну, голодовка, в принципе. Вот. Хочу опять вас попросить помощи, написать, что хотите, видите на моем канале. Потому что я понимаю, что я уже, ну, уже 2 недели не выкладывала видео, и надо снимать. Потому что, ну, я хочу снимать, и я вроде бы вот прям уже совсем почти снимаю. И короче, потом понимаю, что не-а, что как-то не то немножко. Вот, и напишите, пожалуйста, что вы хотите видеть на моем канале, я обязательно сниму. Вот, именно вот тему конкретную какую-то, потому что, ну, там про похудение, про диеты, это ладно, это понятно. Про обвислую кожу меня просили снять, я не знаю, что снимать, мне, ну, показать свои участки тела, которые, извините, обвисли, или что, ну, у меня обвисла вот эта вот часть рук, собственно, дрябленькая стала. Больше, в принципе, ничего такого не отвисло-то у меня. Кожа, пока я, ну, еще... Ну, мне 15 лет, извините, и как бы кожа, она подтягивается, пока что я еще не это, ну, не в возрасте, мадама, вот, еще даже не взрослая, ну, короче, да, худей пока молодой, короче говоря, вот, но я буду ждать ваших просьб, ваших идей, я обязательно буду снимать, потому что я очень хочу снимать, реально, но как-то вот... Блин, еще гребные каникулы, они начались, нам задали выше крыши домашнего задания, читать литературу. Я исправила только 1 тройку, божечки мои, я уже не могу. Я, конечно, у меня, если будет вопрос по поводу оценок, если вообще, да, вам интересно, то я такая, я тотальный гуманитарий, и с точными науками у меня вообще, конечно, трабло, вообще жесть. Вот, поэтому у меня трыбаны по именно вот алгебре, геометрии, химии, физике, вот и это вот. Не знаю, как я пойду дальше учиться, но я попробую, постараюсь. Вот, и репетиторы у меня были, что-то не помогает, и я что-то сама пыталась, тоже ни хрена не помогает. Короче, вообще жесть. Что-то меня все гнетет, но ничего. Также было у меня в планах снять видео про предательство, про... подлых, ну, как бы про, как бы, как себя вести, если, короче, над вами стебутся, вас подставляют. Я знаю, что один человек смотрит даже видео, с которым у меня не очень хорошие отношения, привет тебе. Вот, ну, что-то я хотела снять, и вот думаю, а кому интересно? Кому интересно, я сниму. Просто была неприятная ситуация, и я как бы... Ну, люблю такие темы, пофилософствовать, поболтать, короче, поразмышлять. Короче, люблю такую темку и думаю, может быть, кому-то будет интересно там про проблемы какие-то с друзьями, не с друзьями, с отношениями, со всеми отношениями, с друзьями, с молодыми людьми всякими. И как бы, ну, если интересно, пишите, я попробую что-нибудь надумать. Если что-нибудь надумаю, сниму. Вот. Ну, короче, как-то вот так вот, да. Каникулы будут длиться неделю.
Также я планировала пойти работать на каникулах, так и не пошла, потому что чуть там проблемы были. Вот. Ну, вот как-то так, в общем-то. Я просто поняла, что я уже давно не выкладывала видео, уже очень давно хотелось. Но что-то со школы, с этой, если честно, не очень получается. Вот, еще хочу похвастаться своей татуировочкой. Я смотрю одну блогершу Лизу Топко. Обожаю ее, просто обожаю. Вот, я посмотрела у нее, ей 15 лет или 14, 14. Посмотрела видео, может быть, уже 15, если что, извиняюсь. А, вот, посмотрела ее видосы, она там показывала, где она делала татуировку, как она делала татуировку. И у нее уже она не одна, и я, короче, увидела, загорелась, набила там же, где она набивала, боже, вообще... Ее обожаю. Я обожаю теперь вообще Валеру, который набил мне татуировку. Короче, вообще классный салончик. Вот. Ну, в общем, похвасталась. Молодец. Кому интересно, а никому не интересно. Ну, ладно. Ничего страшного. Ну, вот. И, в общем-то, это было все, наверное. 6 минут. Ну, в общем, да. Последнее видео вообще мое было 3 минуты. Я не знаю. Ну, в общем, как-то вот так вот, в общем-то, и живем. Да. Это, наверное, было все. Я вас всех очень сильно люблю. Если вы хотите видеть какие-то видео на моем канале, все-таки, то напишите, пожалуйста, какие конкретно, потому что что-то мне как-то тяжко с этим. И вот хочется, и тяжело. Нету прям вот такой темы, что прям аж загорелась и захотелось снимать. Да, вот. Дайте мне пинка под зад. Спасибо вам большое заранее. Я вас очень сильно люблю. Всех целую.